Ой, блядь. Всем салют! Жирная на связи. Итак, братва, новое видео, новое включение. Смотрите, сейчас что сделаю, не покажу. Это самое... Подготовка сезона идет потихонечку. Я начинаю подготавливать гольф. Блядь, пиздец, я разучился снимать. Вон гольф. Вон пришли новые диски. Ну как диски пришли? Купил новые диски. 17-е бебосы, короче, снимаю с них, потому что они слишком большие, 17-е. Пиздец, лысый. Вот, и поэтому купил 15-е колеса. И, в общем, их сейчас я полировываю. Наполировываю. Короче. Вот такая хуйня получается. А вот такая шляпа. Ну, короче, вы поняли, что я вам рассказываю. В общем, занимаюсь такими делами. Сегодня у меня выходной, поэтому решил в темпе вальса заняться дисками. Полирнуть полки, подготовить центра под подкрас, покрашу все сам в гараже. Блять, ебать, я страшный пиздец. Ну что, сейчас будем худеть, что, куда деваться. Отожрался как следует, на массе, как говорится. Вот, такие дела. В общем, занимаюсь такими движениями, вот такими. У меня нету этой машины, чтобы полирнуть полки, поэтому я все делаю вручную. В целом делаю это первый раз, прикольная тема. Заебался, просто пиздец. Вот такие дела. Ну, сейчас перерну вот такая вот полочка сейчас, такой центр. Вот, это я здесь уже полирнул. Я первый раз это делал, на самом деле. Вот, в целом, ну, в целом заебись, а в целом диск стоит вот на машине. Да, ебать его в рот, блядь. Втянули нахуй. Ну, вот так смотришь, вроде уебищная, резина какая-то, слишком высоко. Ну, я винт, естественно, чуть ниже выкручу. Я думаю, будет заебись. Так что такие дела. Сейчас попью чаечка и буду продолжать ебашить. Всем это самое, бля-бля-бля, пока. В общем, что, включал вам этот таймлапс, посмотрели, как я ебался шкурками, рукам просто пиздец, бицуха, блять, хоть сейчас, блять, на бои выскакивать. Это самое, ну все, последней шкуркой протер, 800-й, по-моему. Да, 800-й прошелся, и теперь уже типа полировочка. Ну, полки, естественно, у меня будут не идеальные, потому что там пиздец всяких мелких ракушек и так далее. Это надо на станке делать вручную, это просто нереально. Ну, короче, тяжеловато. И меня, в принципе, этот эффект устроит. Вот, сегодня, кстати, я уже какой день занимаюсь? Третий, наверное. Думал, все будет быстрее. В общем, сегодня что, снял всю краску со всех дисков. Ой, это, блядь, муторное дело, на самом деле, потому что слоев дофига. Вот, ну что, осталось у меня вот этот диск, сейчас дополировываю, и еще мне остался еще один. Вот такие дела, вот, уже хочу быстрее их покрасить, грунтануть, покрасить и начать уже все собирать. Резину ищу, цены пиздец, я в ахуе, честно вам скажу. А, кстати, снимал краску вот таким средством, Body 700, нормальная тема, но я, короче... Лайфхак, короче, у меня один был, как это все сделать намного быстрее. Сделал, короче, небольшую, так сказать, баню. Вот в такие, короче, ванночки налил кипятка. Вот, перевернул диск. Вот так вот. И поставил там три штучки эти, ну, с кипятком, короче. Намазал вот этим дерьмом. Ну, кто понимает, каша, короче, манной, вот это ебучей, намазал. И накрылся с этим полиэтиленом. Следовательно, там... Ну, еще прохладно, как бы, на улице. В гараже тоже, вот. И, ну, естественно, там такая образовалась небольшая банька. И все это дерьмо начинает всплывать. Очень охуительно. Пиздато получилось. Ну, пришлось, конечно, потом поебаться чуть-чуть там щеточкой. Но в целом мне очень сильно понравилось. Наверное, три раза я наносил на этот центр. Потому что там был грунт, краска, лак. Короче, такая система. Извините, что напиздел вам тут на 2 минуты, как бы. Ну, естественно, в чистой обуви, в чистых джинсах, в грязном свитере. Такие дела. Этот, кто ждал, кстати, спонсора сегодняшнего этого самого тепла, это Volkswagen. Volkswagen сила. Боевая могила.
Слышите этот звук, значит, я дрочу баллончиком. Короче, первым слоем прошли, сейчас там чуть не хватило, это самое. Покрасочная камера, это самое, Игорёк сидит, играет, пап, хуй не дует. В гараже холодно. В общем, такие дела. Краску купил вот такую вот, кстати. Американская эмаль для декора. Но мы красим диски, нам похуй. Мне сигналишь, блядь, долба... А, этот. Братва, ну чё, короче, диски покрашены, все заебись, все четко. Стиль, дикий стиль, этот самый, золотой, пурпурный. Ну, короче, вы все увидите, все увидели, наверное, здесь уже. Завтра поеду покрашу, задую лаком сверху, вот. В целом и так неплохо, но с лаком, я думаю, будет попизже. Дам просушиться им ночь, вот. Ну, два слоя ебанул краской. Грунтом в два, краской в два, лаком, я думаю, в один слой вполне будет заебись. А может, в два, если баллончика хватит. Вот такие дела. Вот. Потихоньку. Сегодня, завтра, послезавтра я работаю. Нужно будет за это время найти резину. И ниппеля. Хочу металлический полностью поставить. И думаю, будет все заебись, все четко. Вот такие дела. Всем спасибо, кто смотрит, кто наблюдает. Донаты хуя-то нам не надо. Будем строить эти очень много лет. И все будет заебись, все четко. Всех обнял. Порезал, кстати, ножом, пиздец. Чтобы еще добавить по поводу цены. Диски я купил за 14 тысяч рублей. Доставка была в районе полторашки. Это получается 15 500. И где-то шкурки, хуюрки, обезжирки, блядь, вся вот эта ебань обошлась еще, наверное, 1002 точно. Ну, округлим, короче, диски эти встали где-то 17 тысяч рублей. В целом 17 тысяч рублей, 15-е диски шириной 8, в целом довольно-таки неплохо. Потому что бушные колеса я смотрел, ну, тоже бушные, и новые смотрел, китайские. Короче, смотрел китайские колеса, они выходили в районе 30-35 с нынешним курсом, поэтому я так посчитал, что ну его нахуй, на этот вак еще столько бабла тратить. Поэтому решил сам поебаться. Ну, завтра посмотрим, сниму всю эту пленку с полок и посмотрю, как все это будет смотреться короче, блядь, с центрами. Ёбаный стыд, блядь, пиздец. Хоу! Ладно, всем пока. Братва, ситуация на данный час времени. Все это дело начинаю залачивать. Воняет пиздец. Сегодня нашел маску в гараже, думаю, чтобы не сдохнуть. Вчера было что-то мне хуево вечером. В общем, такие дела. Все это сейчас дело залачиваем. И все. И все будет готово. Ебать, пиздец. Всем пиз. Ну чё, братва, не без косяков, естественно. Я не маляр. Нет, самое. Но в целом получилось нормально. Сейчас залачил, сейчас все это чуть подсохнет. Не знаю, второй слой лака носить или нет. Наверное, нет, потому что мусора будет тогда еще больше. Сейчас нападает и так, и сверху. Короче, вот такая история у меня получилась. Nike. Стиль имеется. Все, всем хорошего дня. И настроения. Так, ну прошло 5 минут. Я, короче, не могу удержаться. Мне нужно уже сваливать. Я уже все переоделся в чистую одежду. Это самое. Хочу сейчас снять вот эту пленочку. Ой, пленочку, бля, че его рассказывал тут? Эту ленту ебучую. И посмотрим, как все это будет сочетаться с полочками. Короче, я поспешил и снял, и вот что у нас в итоге получается. Естественно, полка отполирована не в идеал. Вот, я сделал как смог, на что мне хватило. Это самое, блядь, зря, короче, я поспешил снимать этот ебучий, этот самый, блядь. Ну, какие-то частички, вон, песчинки, мусора слетели. Ну, ладно, хуй бы с ним. Когда я буду нестись со скоростью 80 км в час, это видно не будет. Вот такая хуйня получается. Блядь, мне очень нравится. Это просто охуенно. Просто охуенно. Раунд нахуй! Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь.